Класс. Мы уже 11 лет изучаем английский, и я считаю, сейчас самое время написать огромную контрольную работу на знание языка. Ну, let's go спишем. Of course. Погнали в столовую. Не, я домашку пишу. Пошли, все равно ты уже не успеешь. Да успею я. Еще целая перемена. Блин. Ладно, я куплю тебе. Ну и где моя булочка? Я не понимаю, почему я делаю все домашние задания, отвечаю на уроки и все равно стою на отчислении. И при этом ты ничего не делаешь, и у тебя все нормально. Ну, есть одна тема. Какая? Ну, пусть тебе ее чуваки в комментариях напишут.